Сегодня 2 января 2019 года, и вы попали в Африку. Я хочу сегодня с вами поговорить об этой стране, о Зимбабве, в которой я работаю, живу, общаюсь с людьми уже 20 лет. Накопился огромный опыт, накопилась огромная информация, с которой хочется поделиться, рассказать о Зимбабве, о этой необычной африканской стране, о ее природе, о ее уникальных людях, о ее национальных парках, потому что не так много знают о Зимбабве. Сложилось поверье, что Африка – это очень пуэ, бедные страны, неинтересные, немножко опасные. На самом деле, это очень интересное путешествие побывать в Африке. И вот за эти 20 лет моей работы, моего общения с больными, с моими коллегами, с моими друзьями, с людьми политического уровня или культурного уровня, я получила огромное количество информации. И вот все это я хочу рассказать вам. Почему я открываю свой сайт, почему я открываю свой блог. И с сегодняшнего дня мы с вами будем путешествовать по Зимбабве. Мы будем встречаться с очень интересными людьми, которые живут здесь много лет, которые британцы. Если вы помните, то, что Зимбабве – это экс-колония в Британии. И очень многие живут сейчас здесь. Они известные художники, известные писатели, известные спортсмены, о которых то же самое мы с вами будем говорить. Все это я решила изложить степ-бай-степ. Одно видео, другое, третье. И в течение определенного времени рассказать вам все о Зимбабве. Вот сейчас удивительная погода, потому что обычно это время очень жаркое. Только вчера было 38. Сегодня уже температура изменилась. Может быть, в связи с тем, что я открываю свой сайт и хочу рассказывать о Зимбабве. И я специально стою около своего свиминг-пула. Это мое излюбленное место. В будущем я покажу все, и дом, и мою семью. Но пока мы начнем с свиминг-пула, где я каждый день плаваю, заряжаюсь энергией и чувствую себя и физически, и ментально очень хорошо. Мистер Мандала, have you finished everything? Are you still to do? It's okay. Мой мистер Мандала, он смотрит member of staff, кто смотрит за моим свиминг-пулом, он продолжает его чистить, потому что после дождя был очень грязный свиминг-пул. Я также хочу поделиться с вами своим опытом в психиатрии, потому что у меня очень богатый опыт в психиатрии. И если у вас то же самое, есть какие-то вопросы ко мне как психиатру, как психологу, задавайте их, не стесняйтесь, пишите. И я надеюсь, что я вам помогу, как существовать в трудных жизненных ситуациях, как избавиться от депрессии, как быть оптимистом на протяжении всей жизни и добиться высоких успехов. Но это все не сразу. Сегодня первое интервью. Я только хочу introduce myself, немножечко рассказать о себе. Но если у вас есть хоть какие-то вопросы, пожалуйста, я жду и буду с нетерпением эти вопросы ждать и буду вам все это отвечать. А пока, пока-пока, встретимся на следующем видео.